Саудовской Аравии в результате крушения вертолета погибли принц Мансур бен Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников. Как сообщают местные СМИ, катастрофа произошла в воздушном пространстве этой страны вблизи границы с Йеменом. Всего на борту воздушного судна находилось 9 человек, они все погибли. Причина авиакатастрофы не сообщается. Принц Мансур бен Мукрин не являлся ближайшим наследником короны. Он был заместителем губернатора провинции Асир. В настоящее время в Саудовской Аравии проживают свыше 5000 принцев, потомков основателя и первого короля государства Ибн Сауда.